Девочки, ждем, пока машина наша остынет, потому что даже с кондиционером она остывает некоторое время. Очень-очень-очень жарко. Поэтому завтра будем брать билеты в Москву, съездим немножко пересидеть вот эту самую жаришку. Такую жару можно спасаться только около воды. Вот я реально поняла для себя, вот рядом с морем норм. Сейчас на щине, на расслабончике. Но надо пить побольше, побольше водички.